Всем добрый день. Откроем такую еще посылочку. Мне пришла с Алиэкспресса. Тут у меня должны быть OneWire рассчитыватели. Сейчас покажу, какие. Открою посылочку. А вот пришли они вот такие. Это вот получается такой вот считыватель. Тут посерединке есть светодиод. Есть элемент крепления. Да. Чтобы можно было куда-то закрутить, тут какую-то вставить закрывашечку. Тут есть у нас идет что? Черный-красный это у нас идет, чтобы видели, черный-красный это идет питание. Белый это идет сигнальный, а вот зеленый это идет у нас светодиод. И тут в принципе все оно так же. Работает оно от 5 вольт, да? Я так понимаю, что... Тут, в принципе, наверное, не надо делать подтяжку между плюсом и сигнальным через резистор. Обычно делают 4,7 килоома для таких датчиков, которые работают через OneWire. И можно будет подключить их на питание и стабильно поставить 5 вольт. И попробовать подключить к какому-нибудь GPS-трекеру. Именно это я делать и буду в следующий раз буду тестировать все это подключение. Залит, кстати, если мы посмотрим, да, вот тут вот это сделано в термоусадку, залито тут не до конца, залито как бы, ну, так себе, тут вообще очень много не залито, в принципе, датчики за свою цену, если они вообще будут работать и хотя бы там смогут iButton ключи считывать, уже будет хорошо, если карточки RFID-ные они возьмут, тоже будет супер, хотя в описании не было сказано про карточки, хотя есть карточки и на 13, и на 125 кГц, если они не должны, в принципе, на 125 кГц брать, но я попробую карточку хотя бы на 13 кГц. Если возьмет, то будет вообще шикарно.